Всем привет, дорогие зрители и уважаемые подписчики. Я сейчас снова снимаю репетицию Парада Победы. На сей раз я нахожусь у Белорусского вокзала, Красной площади. Колонна военной техники возвращается к месту дислокации на Ходынское поле. Дорогие зрители и уважаемые подписчики, поздравляю всех с праздником Великой Победы. Уже прошел парад Победы на Красной площади, а я сейчас хочу предложить посмотреть вам видео о подготовке к параду Победы. 4 мая прошла предпоследняя репетиция парада. Генеральная репетиция состоялась 7 мая, а 4 мая проходила предпоследняя репетиция Парада Победы на Красной площади. В этой репетиции приняла участие практически вся техника, которая была дислоцирована в Москву для участия в Параде Победы. Естественно, не вся военная техника, которая была передислоцирована на Ходынское поле для участия в Параде Победы. Естественно, не вся она была впоследствии задействована 9 мая на Красной площади. Часть единиц военной техники использовалась в качестве резервной, в случае, если произойдут какие-то непредвиденные ситуации, выйдет из строя техника или будут какие-то проблемы экипажа со здоровьем, с выполнением боевой задачи. Поэтому в предпоследней репетиции Парада Победы на Красной площади, которая прошла 4 мая, принимала участие вся техника, все боевые экипажи, которые были дислоцированы в Москву, как и в качестве основного состава, который будет участвовать в Параде Победы, так и экипажи, которые прибыли в Москву в качестве резервных, запасных. Поэтому количество военной техники, которая возвращалась с Красной площади с репетицией Парада Победы, превосходило все возможные ожидания. Техника шла строем, шла на протяжении около часа. И это видео я выкладываю практически без монтажа. Выкладываю всю технику, которую я заснял, которая возвращалась с Красной площади на Ходынское поле. К сожалению, я практически вообще не разбираюсь в военной технике, поэтому рассказывать о том, что именно за машины проходит перед объективом камеры, я не буду. Думаю, что это видео будет интересно истинным ценителям и любителям военной техники, людям, которые разбираются в этой области, которым интересно посмотреть новинки техники. На этом параде, насколько я знаю, было представлено несколько новых образцов военной техники. Как раз 4 мая машины шли уже без маскировочного тента. В предыдущем видео, которое я снял 25 апреля, когда техника шла на Ходынское поле, большинство установок были укрыты специальными маскировочными тентами.
уже идут машины, замыкающие колонну с военной техникой. Честно говоря, ничего не понимаю в военной технике, но, наверное, на тягачах все-таки перевозят машины, танки, орудия победы, которые участвовали в боях Великой Отечественной войны и были восстановлены, сохранились до наших дней. Это я так думаю. Либо еще вариант, что техника, которая шла своим ходом от Красной площади, она была на специальных резиновых гусеницах, чтобы не повредить асфальт. А часть техники, которая перевозилась на тягачах, она как раз на нормальных металлических гусеницах. Что колонна военной техники уже прошла, и ее замыкают машины сопровождения и автобусы с личным составом, поскольку репетиция проводилась не только прохождение военной техники, колонн военной техники по Красной площади, но и непосредственно личного состава военных, который будет участвовать в параде Победы, в честь 70-летия Победы на Красной площади. Ну и я на этом с вами прощаюсь, уважаемые зрители. На этот раз мне удалось отснять всю технику, которая будет участвовать в параде Победы. Смотрите видео на канале Underworld, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока-пока, с вами был Steppenwolf, до новых встреч на канале Underworld.